Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать на трансляцию. Давно меня не было, короче. Подписывайтесь на кик. До 100 тысяч реально добейте, пока издаки не отлетели. Короче, стрим, сейчас начинаем. Я надеюсь, вы готовы. Все должны быть готовы. Я готов чуть подлагивать, ничего не поделаешь. Бесит пиздец. Мы все готовы, стрим готов. Фри Гоблин, бля. Свободу. Фри Роберт, бля. Свободу. Фри Платина, до 300, да. История России, правда. Роб не бандит, Роберт творец, да. За решеткой должны быть преступники, а не наш Кен. Братишка, мы с Babyface Мэлла помирились, чтобы сказать всем. Это правда. Фри Платина, да. Освободите Скуфа, да. Он ничего не сделал, он хороший. Помолимся, да. Чтоб Роберта освободили. Дай бог. Освободили. Фри Роберт, бля. Свободу. Фри Платина, до 300, да. Фри Гоблин, бля. Свободу. Фри Роберт, бля. Свободу. Фри Платина, до 300, да. Освободили. Здорово, чат. Давно не виделись. Конечно, наверное, никто не скучал. Никто не ждал. Наверное, никто не ждал Петя. Я, наверное, Петя забыли. Я, наверное, забыли уже. Скучал, пиздец. У меня ноль зрителей. Как обычно. Чё бы ни происходило. Фу, бля. Пропотел на вьёты. Сразу прошло дело. Как обычно, ёпты. Запускай, не запускай. Ноль зрителей. Ой. Ну, сегодня такое пиздец будет. Это просто. Ну, сука, мои буханки летят сегодня будут. Просто. Вы не понимаете. Короче, сейчас я, блядью, ну куда Виталий отобрал? Блядь! Все против меня. Все против меня, но мы, сука, сегодня докажем, блядь. Короче, сейчас стримы будут каждый день. Ну, дней 5 точно. Дальше разберемся. Весь взмок, просто. Просто. Весь, реально. Сука, эти танцы в начале, это реально, не вывожу уже, я уже старый для этого всего. Фу, ёбнися просто, она такая всё малюхенькая, маленькая. Кстати, реально, спасибо, что делаете нарезок больше в ТикТоке, потому что я в ТикТоке теперь чекаю все. Я только не понимаю, почему хайп вокруг звука. Да предки нет, Питер Гагер. Почему именно хайп вокруг этого? Ну типа, почему вы это захайпили? Короче, спасибо, без пиздежа, да хуя берете на себя. Ой, где Анчик, Дарблин, Дорблю и Данон? Обратитесь в их телеграм-каналы, я их давно ждал, я им, они мне обещали. Пиздёж, мне сказать, что приедут все-таки. Короче, они когда должны? Я реально кулаки. Если подписывайтесь сейчас на мой кик канал. Если эти трое, если не приедут, то мы их отменяем в ТикТоке и все. Справедливо? Я проконтролирую отмену. Справедливо. И в Телеграме, и на Ютубе, везде отменим. Справедливо. Бентайгу пришлось продать, вот сейчас депнули мы Бентайг. Ладно, шучу. Хуй. Бентайга стоит, реально греет. Бентайга пока на базе, короче, держимся нахуй. Так, по поводу... А как тут страницу обновлять? Виталий тут надел, как обычно. Поделиться, напечатать. Так, канал. Всё, я... А чё, тут даже ничего не работает, да? Фейковая страница. Не, а чё ты мне, реально? Сейчас чат. Виталий тут нагромождил, как всегда. А тут движуху закрой, кик. Всё, есть. Короче, как у вас настроение? Я надеюсь, хоть кто-то реально скучал, потому что сколько не стримили, я уже даже чуть отвык столько не стримить. Ну, я надеюсь, вы ждали. Хотя бы. По поводу Робчика, чат, сейчас лишних слов не будет сказано, чтобы не усугубить ситуацию и так далее и тому подобное. Ждем выход. Зэк сейчас сидит, реально. Зэк на нарах. Просто ждем в отпуск и это. И уже потом побазарим. Даже никто не написал, футболка пиздит у тебя, чел. Вот так никто нахуй, ни один не написал. Чилик, это ЕРД, блядь, не снилось тебе нахуй. Такого в секонд-хенде не найдешь. Не, ну без пизды. Есть еще там много чего движухи какой, но если что, движуха будет потом. В первом эпизоде. Ждите первый эпизод, короче. Там до чего узнаете. Кстати, на самом деле можно сказать, что будет. Не что будет внутри, а что происходит. Короче, на протяжении какого-то количества времени будет сниматься влог. Со всеми вот этими... Как Бентайгу брали и так далее и тому подобное. И все это вы увидите, как будет реально, как реально все это происходило. Короче, это будет делиться на эпизоды.
выходить знает когда. Вот как мы будем считать, что пора, тогда мы будем запускать. Вот, короче, будут именно по эпизодам делиться, и я пока не могу сказать, чем отделится этот эпизод от следующего, но вы, когда посмотрите, поймете, чем отделился тот эпизод от этого. Короче, будет вот по эпизодам, вот так вот. И там весь хайп, который происходил, и я вам только на словах его говорил, весь этот хайп будет в видосе. Ну, прохладил меня, просто льдом бы кто обдал. Сегодняшняя задача, напоминаю, чат, если что, если кто-то забыл, я сейчас нахожусь в полнейшем ультрасильной замазке для меня. Это рекордный мой проигрыш, я столько денег никогда у меня не было даже, сколько я проиграл. На данный момент 1 100 000 долларов проебано. Еще 200 тысяч надо отдать. Охуенно. Живем? Клянись, реально, честно. Без доната не знаю. Так все эти вопросы, вот эти технические, это ситы-дриты. Он пусть там работает реально у чела зарплата, пусть реально выполняет. Спасибо, кто мою футболку понравился кому. Так, давайте музон какой-то навалим. А это ты зашел уже в этот? Теперь скажите, как у вас? Слышимость имеется? Реально, чат, сегодня, ну, пожелайте мне удачи. Звук ест. А музыка слышно или слабо? Слышно. А что за мной повторяете? Свое придумайте, что. Чуть я поддал газку. Ну ладно, такой у нас клубный вайб. А куда вот тут мне было? Как мне тычить? Я записывал разные, куда реально хотел бы. Сейчас я найду, я все это время записывал. Искать придется. Что-то там, вот где два, знаете, ой, куда это? Короче, барабаны. Ой, сука, я уж печатать разучился. Да что ж ты меня? Что-то там, блядь, ну вот это, ну поняли? Удачи, спасибо. Блядь, как сказать-то, а? Ну вот две вот эти штуки. Что у меня? Написано. Два этих, Влад, две барабана, да не Blood Peters, да не брат 2, нет, две барабаны, сверху один барабан и снизу, бляди, вот он, бляди, красавец, нашли. Ладно, кто реально рад, что стрим запущен, просто легкого плюса в чат. Просто легкого для старта. Ну как дела? Ну нормально. Ну плюс-минус нормально, просто чуть есть этот замазочный эффект. Так в целом пойдет. Громче музыку. Сделано. Потише музыку. Да ебанешься, блядь. Сделал потише. Вы хотите сказать, что из-за того, что я мимо-мому на повторе не слушаю, из-за этого не дает? Громче. Понял. Стримы теперь всегда будут, ну, ближайшие дни точно. Ну, должны понимать, все-таки бюджетность большая. И надо бабки мутить туда-сюда. Тише. Но, Сита, скажи, пишили реально потише дать. Мы весь стрим будем настраивать что-то? Или стримить, или что? То под громче подкрутить? Я вам что, миди-клавиатура? Когда обратно в Москву, я не в ближайшие несколько лет точно. Я уже все, чат. Путешественник я теперь. Сейчас я где? Дома. В Турцию я не собираюсь, чат. Другие города мне интересно посетить и страны. Хочу увидеть все своими глазами. Эйфелевы башни и так далее, и тому подобного. Все хочется очу увидеть. Или как это говорить? Ну, короче, самому увидеть. Не со слов кого-то там или видосов, а именно... Ну, вы поняли. Че кушали? Какой-то, блядь, салат и эту, и блины. Че, обыкновенник? Арбуз. Геннадий вроде на днях будет помыт и заправлен. Да это хуйня! Ну, Виталь, куда ты... Это хуйня какая-то. Неделю подряд одно и то же, вот, ну, такая же схема, две недели я захожу в блог... У меня сначала 20 выпадает, и одну забирает, одну оставляет, и следом сразу же дает 21. Это я не верю, ну, при всем уважении, я не верю в эту хуйню. Все, Сита, роль бонуску, я как обещал, значит, я вырубаю, что мне сделать? Значит, сегодня вот такой стрим. А вот замочек. Закрыть тебя, не работать поэтому. Ха-ха, Виталий, я сейчас очень люблю рофлить. Сколько я постримил? 20 минут. 30 минут? Я так не хочу стримить просто. Верни Теслу. У чела забрать и депнуть ее. И сейчас я бонуску возьму этому, и там будет Максвин. Ну, я тогда просто удаляю все свои каналы. Как горит внутри, просто пиздец. Пылает.
Вы даже, наверное, представить себе не можете. Просто я только из этого порочного круга выбрался, и меня просто обратно во все это. Меня в моменте перестанут смотреть, потому что я 20 минут стримлю. Челы только, я не знаю, там, чипсы распаковали, блядь, и уже конец стрима. Гоу видос Илюхи, конечно, охуенно. Проеби 1 200 000 долларов и видос Илюхи на вайбике. Больше, может, и больше. И на вайбике под чипсари пиз залетит. Вы просто не до конца понимаете, сколько это денег, наверное. Да я нормально сейчас, просто немного... Я-то нормал. Просто я немного вах того, что не то, что бонуски не дают, спины не играют. Я такой хуйни... Я клянусь, я первый раз в жизни такой вижу вообще. Но это ж казино. Я понимаю, что это казино. Я больше, чем ты понимаю, что это казино. Но не может не играть спины на протяжении 2 недель. Каждый раз я захожу в Black 20... При условии, что я ставлю 2 руки, одну руку пуш, а вторую проигрываю. И следом сразу 21. И на протяжении 2... Сколько раз это было? Я же не придумываю эту хуйню. Пересмотрите стримы, сколько раз эта хуйня произошла. Одинаковое, просто одно и то же. Прошло-то сколько? 2 недели? Ну, что-то должно измениться именно, ну, в игре в самой. Я не говорю про то, что мне сейчас... Я должен был зайти, и мне 400 миллиардов выпало. Я не говорю вообще про это. Я просто смотрю за игрой, какая-то происходит. Нет, я не... Никакое удовольствие, я куда ни захожу, меня везде сливают. Что угодно менять. Заходить в лайв, не в лайв. Ставки по 50, по 70, по любой ставке не работает. Я не буду по 1000 рублей крутить. По 5000 я тоже не буду крутить. После того, сколько я залил, вы представляете вообще, что такое? Сейчас словить по 1000 рублей максвин. Просто представьте эту хуйню. После того, как я на протяжении месяца почти крутил по ставкам 50, 70 и так далее. Просто представьте эту хуйню. За 5 лямов покупаешь, 100 тысяч дает. Охуенно? Я понимаю, что это возможно может быть такой какой-то период. Просто, ну, я уже даже, я не знаю, как это в себе переварить и как дальше мне действовать. И я никого не обвиняю, просто какая-то хуйня. Типа, я смотрю на игру, это... Я смотрю как игрок просто, я смотрю, это пиздец какой-то. Да какого крупного выигрыша, чат? Я 400x максимум выиграл. О каком крупном выигрыше вы можете мне говорить? Я 400x, 440x, это максимум мой x. О каком крупном выигрыше мы можем говорить? Это обычный выигрыш по такой ставке. Ну, вы должны понять, у меня проигрыш просто там уже близится к 1,5 миллиона долларов. И, естественно, я не мог бонуску разыграть. Но я уже понимаю, что столько времени конкурс этот... Надо его тогда делать, если он... Я не могу разыграть, поэтому... Ну, 480 тысяч. Депнул чел 5 тысяч, получил 480. Чел наглый. Брат, сегодня 25 исполнилось. Сделай подарок, если вдруг желание бешеное имеешь. Если нет, то нет. Изи пруфы. Чел, ты ебался реально. С днем рождения. Иди погуляй, проспись. В 25 лет надо просить деньги у кого-то. 50x на 10 выпало, конечно же. А если 16, то просить адекватно? Да вообще в интернете как будто деньги просить у кого-то, это неадекватно, я считаю. Это, ну, всех, у кого день рождения, всех с днем рождения. У Хесу собери, у него по-любому бабки есть. Жучки. Ну все, закругляемся, короче. Похуй, да. Где, блядь? Давайте, чат, спать. Похуй. Завтра разберемся. Завтра разберемся, короче, похую. И так уже заеба было. Из петли, чтобы выйти, хоть какой-то был этот. Завтра уж будем разбираться. Давайте, чат, доброй ночи. Давайте, я в берлогу. Заебал у меня уже за сегодня все. 3.25 прохуярил. Без денег. На подписчика средства. Распидоривал. Давайте. Ни бетона вам, ни жезла.